Добрый вечер, дорогие друзья. На связи школа Гриффиндор, факультет Хогвартс Легаси. Итак, давайте отправляться дальше. В предыдущем нашем видео я немного улучшил свои таланты на максималку, на что мне хватило. Все последующие очки мы будем просто собирать и фармить их для того, чтобы сделать себе темное искусство на максимум, а также заклинания. Ключевые навыки, я думаю, уже трогать смысла нету, так же как и вручай комнату, но посмотрим. Все достаточно по ситуации. Так. Ну а теперь давайте выполнять задания. У нас их очень много накопилось, надо что-то делать. Давайте найдем призрак в нашей любви. Попробуем выполнить эту задачу. Так, коллекции я, конечно, не смотрю тоже, да? Это как бы никакой роли не играет вообще. Единственное, что влияет, это испытание. Так, а что мы опять на почте? А, Делайда Дупс. Бой у нас пока исследован. Дуэльные уловки, да? Задание. Ух ты! Считай почти полностью, да? Да, пока у нас что-то достаточно хорошо, а что-то нет. А, выручай комнату, да? Общий прогресс 25% у нас пока что. Так, давайте мы сейчас все-таки продадим. Давайте отправимся сейчас в Хогсмид. Продадим некоторые вещи. Ненужные нам, да? Все, что нам не нужно, сейчас продадим, чтобы не занимало ячеек. Вообще, как бы еще желательно златоглавки бы, ребята, найти, потому что испытания Мерлина я могу не проходить. А если я не буду их проходить, то я не смогу себе расширить инвентарь. Хотя это не проблема, но как бы инвентарь это так себе. Но охота, охота сейчас вот. Все, что мы сейчас хватаемся, делаем, чтобы побыстрее все это пройти. Прокачаться, потому что все-таки вопросы все равно остаются по поводу прокачки еще. Первый раз я, конечно, тоже практически максимум себя выжил, но все равно там были моменты, которые я вообще забил и не стал даже это проходить. Ну, не захотел просто-напросто. Вот и все. Поэтому сейчас давайте попробуем попасть в Хогсмид, продать все, что нам не нужно, и найти вот этот вот квест «Призрак нашей любви». Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, окей. Rebellion. Мы на месте. Сейчас продадим. You're back. Nice to see you. Повернусь, рад вас видеть. What are we looking for today? Что вы ищете, да?
Thanks for stopping by. Спасибо, братиш. Увидимся еще. Так, открываем карту, сейчас отправляемся в это место. А место это простое. Запретный лес. Именно там надо будет нам найти эти свечки и разгадать загадку эту. Так, ну что? А что, серьезно, я не следовал, что ли? Магазин спортивных товаров «Круголетка», да? Ну что, пробежимся 400 метров? It seems all roads lead to Hogsmeade. Да, то, что дороги-то все тут, это понятно. Сейчас надо будет использовать люмос, чтобы эти свечи подсветились, и они указали нам дорогу. Да, в тот раз, когда я играл, так и не понял, для чего эти грибы нужны были. Что они могли приготовить, непонятно. Замок, да? Так, мы пришли, да? Так, вот они. Златоглазки, то, что нам надо, да? What are you up to now? Enchanted candles. Свечи зачарованы. Интересно, куда они ведут? Письмо, Ричард, искренне твой, да? А свечи нас ведут в запретный лес, ребят. Похоже, свечи ведут к запретному лесу. Видимо, для кого-то пикник запретный лес весьма романтическая, да, идея? Поиск сокровищ вполне меня устраивает.
Вот и все. Ну что, пойдем подеремся с этими странными ребятами там. Че они там? Кого там? Топорику, что ли, дуплят или кого? Йоу, ребят. Конечно, топорику мне бежает. Сейчас я поднимусь, я тебе седло разверну. Сейчас, дорогой, иду. Так, они все на что? Нормально. Еще бы не призвала бы игра, было вообще классно. Бейте на холшимиков 40 штук. Так. Хорошо, мы это задание сделали, отлично. Давайте отправляться делать что-нибудь другое. Так, а если по карте, можно вернуться обратно в Хоксмит. Ядовитая месть. Взять два задания, попробовать их сделать. Так, ждем с Хоксмита. Так, давайте. Сейчас возьмем два квеста. И можно будет отправляться дальше. У нас там задач очень много прям горит. Чтобы их еще выполнить, надо заморочиться, побегать чуть ли не по всей карте. Рада вас видеть снова. Чё где стучит, я не пойму. На втором этаже, что ли? Ну-ка, подожди, сейчас. Ревелия.
А, так она за стенкой, что ли? Ревелио. А, теперь она поймет, но зря со мной поссорился, да? Знакомый дядька, Экли Барнс. Сэр, у вас все хорошо? Да, очень мило с вашей стороны поинтересоваться. Меня зовут Экли Барнс. И нет, у меня все плохо. Я намереваюсь как-то вроде отомстить своему бывшему партнеру, вероломному негодяю по имени Альфред Лоули. Начинаем трогать Россию вместе, но он меня прогнал. Сказал, будто со мной нужно работать из-за моей вспыльчивости. Я ему покажу, как вспыльчивость. Должно быть, вас сильно расстроили. Да, так и есть, ужасно. Я очень люблю свою работу. Заносчивый болван, но ему тоже дорогие плоды его трудов, да? И я собираюсь ему об этом напомнить, забрав его сокровища. Это тентакула, которую он вырастил из семени. Она должна быть стать треугольным камнем нашего совместного предприятия. Но я не могу подобраться к Павелу, потому что Рут Сингер следит за мной, словно в игре. Не сомневаюсь, что это Лоули ее надоумил. Ученика никто не заподозрит. Хотите провернуть эту грандиозную кражу растения для меня, а? Как вы чувствуете, что вы совершили грандиозную плантацию ласнея? Я достал для вас эту тентакулу. Замечательно. Всегда приятно видеть человека, который тоже стремится к справедливости. А когда с этим подвале хватает все, что вам нужно, я лишь прошу вас принести мне ядовитую тентакулу. Не забудьте, мне нужна ядовитая тентакула. Хорошо, сэр, обязательно принесу, я же вам сказал. Здравствуйте, Рон. Я получил от вас сову. Как поживаете? Приветствую. Удалось найти лог Тока? Да, спасибо. Мы хорошо поговорили, он передает вам привет. Рад это слышать, не стану выведывать у вас подробности, конечно, этого разговора. Ну, а также напоминать вам об осторожности. Но надеюсь, вы будете ее соблюдать, какими бы ни были ваши дальнейшие планы. О, да, обязательно. В записке сказано, что вам нужна моя помощь в каком-то деле. Да, нужна. Я хотел попросить вас оказать услугу моей подруге, Дороти Спроттл из Верхнего Хоксфилда. Мне кажется, я не знакома с миссис Спроттл. Она очень милая. Мать задружился с покойным супругом Эйденом. Кстати, в годы учебы в Хогвартсе я остался тут и Эйдена на лето, когда подрабатывала здесь официанткой. Но после смерти Эйдена мы виделись лишь мельком. В пабе сейчас не приворот, и мне удалось уделить ей должное внимание. Поэтому я хотел бы вас проведать и узнать, не нужно ли помочь ей собрать ингредиенты для пополнения запаса рябинного отвара. А заодно забрать одну вещь, принадлежащую мне. Это коробка со старыми письмами, да и всякими мелочами. Хорошо, я постараюсь заглянуть к ней, когда будет время. Я буду вам безмерно признательна, как и Дороти. Эйден собирается внести коробку писем мне, когда ему стало плохо. Тот покажет тебе, где мог ее потерять. Эта девушка находится в северо Хоксмида. Передайте Дот от меня привет. Обязательно передам. Так, ну что, давай попробуем ядовитую месть сделать. Своровать. Найдите подвал, да? Похоже, он здесь. Подвал Лоули. Отправляемся. Сейчас мы очень, так сказать, по-тихому, без приключений, попытаемся ее украсть. А там дальше будет видно.
This must be the cellar. Так, вот и подвал. Теперь нужно найти Дэвида Тентакула. Теперь надо, чтобы он нас не спалил. Меня сейчас уже спалит. Что-то я неправильно сыграл как-то вообще. Вообще неправильно сыграл. Я что-то не думал, что он попрется туда. Now, to find that venomous tentacular. Стоял, никого не трогал, что-то попёрся. Чё стоишь-то, чё ждёшь-то? Какой-то странный это, да, дядя? Сейчас пошёл. Где же этот тентакула? Да где? Вон она стоит. Что она все лагает-то опять, а? Хрен поймешь, а? Дуальные перчатки какие-то, да? Побег спорыша какого-то, мандрагора две штучки нашли, да? Нормально, так. Теперь надо вон туда как-то подняться, да, еще? Так, или это как у меня? Пора возвращаться к мистеру Барнсу. Так, это все. Тогда уходим. Открываем первый уровень замка.
Побежали отсюда быстрее. Сейчас доложимся по поводу тентакулы. И снова мы дойдем до места, получим хпшку, опыт, дальше надо будет отправляться в Хогвартс, наверное, опять, по новой. Брать там дополнительные квесты, какие все есть, и выполнять их. Так, ну что? Где там этот? Экли Барнс. А давай забрать моего приятельника, бывшего друга. Здравствуй, мистер Барнс. Или тентакул у меня? И я хотел поменять лицо Лоули, когда поймешь, что его сокровище пропало. Посмотрим, кто теперь у нас вспыльчивый. Отличная работа. Давайте ее мне. Пожалуйста, если честно, с радостью отдам ее вам. Я буду купаться в галеонах, а лавка Лоули пойдет ко дну. Вот, возьмите это, скажите в лавку Зонка. А вот вы увидите физиономию Лоули, когда он заглянет в свой подвал. Еще бы одну книжку бы найти бы. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Revelio. Ну-ка, иди сюда. Он не успевает, что ли? А, какой приятный сюрприз, да? Тимоти Чайлок, здравствуйте. Дайте угадаю, вам нужно что-то новенькое, да? You've a good head for business, haven't you? No one can say I don't keep a stacked shelf. Так, ну что, давайте отправляться в Хогсмид. Здесь заданий пока у нас нет. Попробовать на арену зайти, порубиться там. Не думаю, что меня, наверное, там загасят, но таков шанс есть. Да не, я думаю, справимся. В принципе-то. Ничего там сложного-то и нету. Главное, грамотно, быстренько двигаться. И все будет хорошо. Ну а потом, после этого квеста, будем отправляться в Хогсмид. Нет, не в Хогсмид пойдем, давайте пойдем в Хогвартс. И там будем поочередно все делать все квесты. Ну, по поводу этого. Там мадам Чеснок, профессор Уизли, ну, в общем, все наши подруги. Которые нам нужны для выполнения прокачки дальше.
There's no telling what lies in wait for me in there. Так. А чё мне это место-то у меня отметил-то на карте-то? Ну вот это другой разговор уже. Очаг древней магии. Сколько до него там? These rocks have seen better days. Ну давай. Ревелио. Инсендио. Давай, спрыгивай. Да прыгай, прыгай ты. Да что ты, блин? Друзья мои лучшие. Так, это все. Так, отлично. Не так уж и трудно все было. Теперь нам надо выбраться отсюда. Я не понял, подожди, про эту решетку. Можно так вылезти, да? Не заморачиваясь. Не строя лестницу дважды. Так, давайте смотреть задание. Профессор Чеснок, раздобудьте все тропы их растения, на время испытайте их в деле. Понятно, давайте делать тогда. Ну, давайте будем искать жертв. С кем можно подраться здесь? Так, еще одна, где она? Ага. Итак, это получается, ребята, арена, как я помню.
Здесь можно либо качнуться, либо опизделиться. Других вариантов нету. Ну что? Боевая арена темных искусств. Поехали, ребят. Да я думаю, что мы вывезем. У нас как бы есть скиллы уже, таланты. Броня, конечно, не ахти, но все равно. Итак, поехали. Think you're clever. Who goes there? Ha! You let Nora Chadwell go, didn't you? You're about to wish you hadn't. Petrific us, Petrific! Something vegetable! Would you stop it? Ah, nasty Flora. You're going to regret that. Ну это, кстати, арена простая на самом деле. Держи. Ну ёб твою мать, ну чё ты не мог, сука, что ли, блядь, комбинацию сделать? Блядь! Сука ты. Твою мать. Давай. Да, так что, конечно, жесткие ребята. Так, последняя волна осталась, да? По-моему. А, нет. Тролли. Ха-ха-ха!
Ладно. По поводу дубинки-то точно не будем делать этого, ну никак. Да сколько тебя гасить-то, а? Редкий чувак. И сделать ничего не может, да? Наверное, почувствовали даже в Лондоне. Ага. Понеслась. Многовато прям. Лови. Да сука. Ах ты сука, что тяжеловато, но все равно пришлось спотеть. Теперь у нас только одна последовательность. Не сказать, что было трудно, но все равно у нас мало этих зелий рябинового отвара. Пришлось пострадать чуть-чуть. Но вот эти заклинания, они самые топовые, конечно. Они потом нам будут в конце очень нужны. Ну и как бы под конец-то мы их и изучим. Но пока что у нас есть, будем этим довольствоваться. Но это еще будет, ребята, не скоро, когда мы выучим эти заклинания. По льготному тарифу. Ну давайте вернемся к профессору Чеснок. И на этом, я думаю, надо будет завершать данную часть прохождения, ребят.
Профессор Чеснок. Так, как мне тут попасть-то к ней? Один фиг, надо туда идти, да? Блин, эту игру хрен поймешь, что она лагает, то не лагает. Как-то все так непонятно вообще. Так, профессор, что у вас тут интересного? Может, гибрид пригучит тентакула? Профессор Чеснок, ваше задание готово. Прекрасно, надеюсь, вы оценили, сколько пользы приносит нам растение. Меня это не перестает восхищать. Не далее, как вчера несколько часов подозревался на дрейшься кустарники и трепетливые кустики, и даже не заметила, что так долго ложусь с ними, пока не зашло солнце. Но успехи моих учеников радуют меня даже больше, чем благополучие моих растений. Итак, перейдем к изучению флипенда. Подбородок выше, палочку не стискивайте. Все дело в движении запястьем. А теперь попробуйте. Сосредоточься на заклинании. Нет ничего унизительнее, чем сбить с ног товарища, пытаясь подвинуть пару горшков. Флипендо. Отлично. Если хотите потренироваться, можете остаться в степи заклинаний. Только осторожнее с растениями. Так. Задание профессора Чеснок выполнено. Вторая, да, часть? Что по поводу теперь следующих задачей? А следующая задача у нас какие? Ну-ка, интересно. Так, тем поместье это себя. Задача мадам Кагава. Попрактикуй вертолетные навыки возле гряды скал. Давайте это будем делать тогда. Так, сколько у нас времени ушло на прохождение? Ну, давайте как раз попробуем вот эту задачу сделать. Так, полетели. Так, а это что у нас такое? Ну-ка.
Лопайте шары, да? Так, теперь до того сейчас долетим. Километр, да? Да, далековато. Отлично. Так, это у нас что тут? А, лагерь. Ну давайте вернемся к Хоксмит и на этом закончим.